Здравствуйте, дорогие садоводы-любители! Сегодня 18 апреля 2020 года. Вот хотела показать посылку из питомника розы от Татьяны. То есть вот пришли они в такой коробке. Здесь вот они были упакованы, ну, в целлофан завернуты. Я уже развернула, чтобы долго время ваше не отнимать. Заказывала я первый раз у нее, то есть заказала, честно говоря, из одной розы Lady of Charlotte. Ну, цены здесь почти такие же, как у Полины Козловой и в Элит. По 500, по 450. Ну, вот у них там такое ограничение, что на 1500 нужно заказать, чтобы заказ оформить. И поэтому это из одной розы пришлось еще 3 взять. Плюс еще пересылка. Итого вышло у меня на 2440. Вот заказал Винчестер Кафедрал, Джуд Обсигюр, Lady of Charlotte и Традискант. Ну, вот посмотрела по Ютубу, прям захотела эту розу Lady of Charlotte. И поэтому уже посмотрела по другим питомникам. Но там ее уже не было. Поэтому, честно говоря, попробовала первый раз. Но розы вроде все в отличном состоянии, уж не считая того, что они так проросли. Просто у нас сейчас ограничения, и из Москвы она не смогла выслать по почте. Пришлось через СДЭК. В СДЭКе они пролежали дней 5, наверное. Это еще плюс в Казани целую неделю. Потому что выезд у нас ограничен до нашего поселка. И вот дочка сегодня приехала и привезла. Ну, так вот посмотрела, что розочки все вроде живые. Вот эти уже через 3 дня буду, Бог даст, высаживать, потому что, ну, по религиозным соображениям, это уж, конечно, сейчас страстная неделя идет, то есть, ну, как бы нежелательно. Вот открыла пакет, посмотрела, что здесь уже такие корни, всасывающие корешки уже появились. Поэтому трогать ничего не буду. Сейчас обратно в пакет замотаю и положу в гараж, пусть пока полежат. Потому что комок достаточно влажный, все упаковано. Сейчас буду, если разъединять, все это поврежу. Вредить уже не хочется. Ну, так вот посмотрела, саженцы вроде уж более-менее нормальные. Где-то что-то подрежу, посмотрю. И вроде все зелененькие, росточки есть. Ну, так вот. Хотела просто кратко показать, что какие вот розы присылают из этого питомника. Так-то вот по Ютубу и в энциклопедии роз почитала, там вроде отзывы положительные. Но, честно говоря, первый раз заказала у Татьяны. Такая женщина приветливая, позвонила и все, спросила, как чего дошло. Также вот бирочки все тут, накладная, все вроде в порядке. Поломанных, надломанных нет. То есть у нас сегодня град прошел, прям такой, сейчас все растаяло, яркое солнце, поэтому там не видно, если что-то показывать. Вот корешки прям вот вообще хорошенькие. Смотрите, сколько их. Сейчас вот замотаю. Обратно все в целлофан и положу. Пусть полежат. Не отрежь, мне кажется, ничего с ними не будет. Всего доброго, до свидания.